Работников связи и информации поздравили с профессиональным праздником. За плодотворную творческую работу лучшие журналисты получили грамоты и благодарственные письма от министра культуры и информации. По словам Арстамбека Мухамедиулы, работники пера и микрофона вносят большой вклад в развитие культуры и спорта Казахстана. Сегодня же наградили и победителей республиканского конкурса «Государственный язык и СМИ». Организаторы рассказали, что в конкурсе участвовали корреспонденты, опубликовавшие актуальные материалы о расширении сферы деятельности и укреплении статуса государственного языка, его положения в обществе. Всего поступило больше 200 работ. Их отбирали по 4 номинациям. Это лучшая статья, лучшая телевизионная программа, лучшая радиопередача, лучшая статья сайта.